Всем привет, приветствую вас на моем канале. Сегодня сделаем коктейль черный русский в двух вариантах. По классическому рецепту в виде шота. Данный коктейль входит в число официальных коктейлей Международной ассоциации барменов. Придумал его бельгийский бармен Густав Топс в 1949 году. Использовал всего лишь два ингредиента – кофейный ликер и водку. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте писать комментарии, также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, подписывайтесь на мои группы в соцсетях, полный рецепт коктейля, как всегда, в описании, и не забывайте, что каждый из вас может сделать отличный коктейль у себя дома, не обязательно быть для этого барменом. Пейте с умом, всем пока!